Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Сегодня очередная партия представителей средств массовой информации Курска привилась вторым компонентом вакцины «Спутник Ви». Напомним, что еще до объявления всеобщей вакцинации россиян многие курские журналисты сделали себе прививку от коронавируса. Отметим, что в период между первым и вторым уколами никто из корреспондентов не заболел. Все чувствуют себя отлично. А незначительные побочные реакции на вакцину в виде кратковременного повышения температуры, ломоты в мышцах и небольшой слабости перенесли довольно легко. Напомним, что отечественный препарат не содержит частей COVID-19 ни в каком виде, а помогает вырабатывать к нему иммунитет за счет измененного аденовируса человека. Прививаться можно и нужно всем, даже тем, кто уже переболел коронавирусом. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.